Одесса ко всему относится с юмором и в любой ситуации не унывает, а подходит творчески. Так происходит и во время карантина в связи с коронавирусом. В самом центре Одессы на улице Пушкинской на балконе второго этажа дома номер 32 гитарист в инвалидной коляске сыграл блюз. Видео опубликовал сайт «Маяк» со ссылкой на одессита Алексея Симочкина. Как выяснилось, гитариста зовут Шалом Бронфман. Он играл в компании друга художника Давида. Отметим, что в Италии горожане также выходят на балконы своих квартир и поют, играют и даже устраивают вечеринки.